Выставка-форум «Российский камень-2015» пройдет в Екатеринбурге 2-3 апреля. Проект объединит 3 экспозиции – выставку крупнейших геологических музеев Урала, презентацию предприятий, выпускающих горнодобывающее оборудование, и выставку-ярмарку минералов, ювелирных и камнерезных изделий Уральского региона. Организатор выставки форума «Российский камень-2015» Дмитрий Медянцев отметил, что в мире, к примеру, насчитывается около 4000 минералов, и почти 1000 из них встречается на Урале. Это говорит об особой уникальности нашего региона. Вполне естественно, что возникла идея объединения усилий всех выставок для того, чтобы организовать новое перспективное мероприятие, которое в будущем может стать брендовым для области. Помимо выставочных мероприятий на площадке экспоцентра пройдут круглые столы по вопросам развития минералогии и старательской деятельности. Также участники выставки форума обсудят необходимые изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся старательской добычи. По мнению многих, законодательная сторона сейчас очень сковывает частных предпринимателей. Напомним, что впервые об идее вывести Свердловскую область в лидеры международной минералогии Евгений Куйвашев заявил в программной статье, опубликованной в областной газете. В статье губернатор заявил, что старательство и камнеобработка сегодня вытеснены в теневую экономику. Но работа по исправлению современного законодательства ведется. В Артемовском городском округе нет производств по добыче камня, однако есть мастера по его художественной обработке. Пусть мы и отдалены от подобных промыслов, но жителям нашего города будет интересно посетить выставку, полюбоваться ювелирными изделиями из уральских самоцветов, оценить масштабы производств области по добыче и обработке камня.